второе отделение концерта «Шедевры мировой симфонической музыки». Антонин Леопольд Дворжак. Выдающийся чешский композитор. Он очень рано проявил свои музыкальные способности, но поскольку родители его были бедны, он сам пошел в сельскую школу в Богемии и, закончив ее, уже блестяще играл на скрипке и альте. Поступив в оркестр в Праге, он начал одновременно заниматься в органной школе и композицией. Однажды, исполнив свой гимн в концерте, он получил государственную стипендию, которая позволила ему оставить службу и всецело заняться композицией. Вскоре, благодаря Ферицу Листу, его известность как композитора шагнула за границу. И, приглашенный в Англию, он написал ту симфонию, седьмую симфонию, которую вы сейчас услышите, именно для лондонских концертов. И она была блестяще исполнена в 1885 году. Антонин Дворжак в своих произведениях всегда использовал народные мелодии. Симфонический оркестр радио и телевидения. Дирижер chil. Антонин Дворжак, седьмая симфония.